Во Флориде хотят ужесточить законы для иммигрантов без документов. Результаты розыгрыша лотереи Green Card, изменения в подаче формы I-589 на убежище, отмена вакцинации для приезжих в США, возможно ли получение рабочей визы EB-3, если перешел границу с Мексикой, а также получение грин-карты по браку для иммигрантов с паролем «Что нужно знать?». Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале «Бюро». Темы вопросов, как обычно, много, поэтому не тратим время зря. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и обязательно дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Ну а как обычно, мы начинаем с новостей, которых достаточно много. Итак, в США отменяют требования об обязательной вакцинации от ковида. С 12 мая Министерство национальной безопасности США не будет требовать от иностранных пассажиров, въезжающих в Америку через все наземные порты, въезда и на морских судах, предоставлять подтверждение вакцинации. Также обязательную вакцинацию не нужно будет предъявлять федеральным служащим, педагогам и сотрудникам медицинских учреждений. Такое решение было принято в связи с тем, напомню, что с 11 мая власти США отменяют действия чрезвычайной ситуации, введенной правительством в 2020 году в связи с пандемией. Так что с 13 мая будут действовать уже новые правила, и предъявлять вакцинацию не нужно будет пассажирам в аэропортах. Другим темам, посол США России Лин Трейси дала свое первое интервью в Москве. Она заявила, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в одной из самых низших точек за долгое время. Лин Трейси считает, что в результате войны в Украине репутация России находится в состоянии свободного падения. Дипломат заявила, что ей печально видеть, в каком направлении движется сейчас Россия. Посол подчеркнула, что разногласия Соединенных Штатов с российским правительством – это не разногласия с народом России. Ну и вот цитата: «Я бы хотел особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. Но и мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России». Конец цитаты. По словам Трейси, российская война в Украине ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только будет возрастать. Посол призвала Россию вернуться к соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, Трейси потребовала освободить арестованного журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана. Другим новостям, США возбудили уголовное дело в отношении россиянки Натальи Бурлиновой. По данным Минюста, женщина с помощью сотрудников ФСБ вербовала американских граждан. Бурлинову уже объявили в розыск. Она объявлена в розыск именно в США. Бурлинову обвиняют в нарушении американского законодательства об иностранных агентах и заговоре против американского правосудия. Вот согласно обвинительному заключению, Бурлинова получала указания от офицера ФСБ, ей было необходимо встречаться в США с людьми, американскими гражданами, приглашать их в Россию на разные конференции, в том числе и организованные в Москве ее же некоммерческой организации. Таким образом, офицер ФСБ получал от Бурлиновой копии паспортов, личные данные иностранных граждан взамен предоставляя Бурлиновой вознаграждение. В итоге, как считает следствие, несколько участников программ из ЕС были избраны в законодательные органы своих стран. Из-за огромного притока иммигрантов из Мексики власти приграничных городов США не справляются с наплывом беженцев. Вот, к примеру, город Браунсвиль. Сейчас он переживает непростое время. За последнюю неделю там резко увеличилось количество иммигрантов, которые незаконно пересекли границу с Мексикой. За последние две недели в город прибыли около 15 тысяч беженцев, в основном из Венесуэлы. Тогда как в первые две недели апреля число иммигрантов было в разы меньше, всего 1700. Власти столкнулись с огромными проблемами, и самое главное из которых — это отсутствие мест для размещения такого количество человек. Причина резкого наплыва беженцев до конца не ясна, но вот некоторые венесуэльцы утверждают, что прибыли в США, опасаясь на родине угроз местных наркокартелей. Но я добавлю, что в начале недели Байден вообще заявил, что на границу с Мексикой администрация отправляет 1500 военнослужащих США. Ну и понятно, что власти США таким
таким образом готовится к отмене так называемой программы раздела 42. Ну а во Флориде хотят ужесточить законы для иммигрантов без документов. Законопроект Сената, который носит определенную цифру, это 1718, уже одобрен 27 голосами против 10 в Сенате Флориды. Как же он отразится, если все-таки губернатор Рон Десантис его подпишет на иммигрантах без документов во Флориде? Об этом и многом другом сегодня поговорим с иммиграционным адвокатом Натальей Гавлин. Она к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо огромное, что сегодня нашли время. Итак, на самом деле в социальных сетях сейчас очень жарко обсуждают вот этот закон против тех людей, которые находятся без документов во Флориде. Давайте поподробнее разберемся, как теперь, например, работодатели будут проверять иммиграционный статус тех приезжих, которые находятся без документов. Ну, прочитав этот закон, который представляет вступить в силу, я вижу, что компании, у которых больше 25 человек, как работников, должны использовать программу иммиграционной службы для того, чтобы проверить статус. В принципе, на данный момент это тоже в силе, и поэтому работодатели, когда набирают кого-то на работу, должны убедиться, что у человека есть право работать, предоставить карточку Social Security номер, предоставить право на работу или грин-карту, или паспорт какого-то рода. Но помимо этого еще есть база иммиграционной службы, где можно ввести данные человека и получить информацию, имеет ли он право работать здесь. А вот то, что касается возможных ужесточений, еще закон все-таки не подписан, мы только предполагаем здесь, прогнозируем, но уже этот проект мы можем прочитать. Там написано про муниципальных властей. Могут ли они теперь отказывать в выдаче удостоверения, то есть ID-иммигранту без документов? Ну, на данный момент пока еще нет, но если этот закон вступит в силу, я так понимаю, как раз этого и хотят, чтобы те же самые DMV, Social Security Administration и остальные органы как бы отказывали предоставлять определенные формы документов. Поэтому это, конечно, будет проблема, потому что вопрос становится, что такое человек без документов. Нужно правильно это слово вообще объяснить. Это человек, который в процессе какого-то кейса, но еще не имеет этот статус, а человек, который здесь, например, находится после приказа о депортации. Кто такой вот этот вот нелегальный или недокументированный иммигрант, о котором они говорят? Потому что огромное поле людей, и нужно быть осторожным, кого именно они поставят в эти списки. Наталья, скажите, вот эта форма I-94, напомните, что это за форма, и она является подтверждением того, что ты легально находишься в стране, какие проблемы у мигрантов во Флориде могут возникнуть в связи с принятием этого закона? I-94 выдается на границе органами американской службы, и это показывает о том, в каком статусе человек пребывает здесь после пересечения границы. То есть это может быть статус студента, статус туриста, либо статус пароля. Например, чаще всего люди, которые переезжают через границу, используя программу CBP-1, им дают пароль. На 94-й форме будет код стоять DT, две буквы. DT — это говорит о том, что у человека пароль. И плюс будет указана дата, до которой этот пароль имеет силу. Чаще всего это год, иногда 6 месяцев. Я видела некоторые 94-й формы, где пароль был выдан буквально на 3 месяца. Это говорит о том, что до этой даты человек здесь находится в легальном статусе, выданном ему на границе. Но это не говорит о том, имеет ли он право работать. Это совсем другой вопрос, поэтому человек может здесь легально находиться, туристом, студентом, но это само по себе не является доказательством того, что он может здесь быть принят на работу, и работодатель как бы безопасно может его нанимать. Да, спасибо огромное. Я просто хочу всем напомнить, что мы так тщательно разбираемся вот в этом законопроекте, потому что очень много иммигрантов русскоязычных находится во Флориде, которые совсем недавно приехали в Соединенные Штаты. И понятно, что у всех очень разный иммиграционный статус. Кто-то сейчас даже, например, не может его подтвердить или думает, что не может это сделать. Поэтому новости прежде всего для иммигрантов во Флориде. Быть может, им даже придется переехать тем, кто сомневается в своем иммиграционном статусе. Что еще очень важно, Наталья, это отношение к таким иммигрантам в медицинских учреждениях, в больницах прежде всего. И вот планируется, что в больницах Флориды теперь будут спрашивать статус у иммигрантов. Ну то есть, а есть у вас иммиграционный легальный статус или нет? И практически могут ли отказывать медицинской помощи? Вот здесь вот могли бы вы поподробнее рассказать?
Да, я надеюсь, до этого не дойдет, потому что, в принципе, отказ от медицинской помощи людям только потому, что у них нет статуса в этой стране, легального статуса, как бы там его не определили в конечном итоге. Mm-hmm. Это, конечно, я считаю, неправильно, но этот закон как раз именно это и предполагает, что если они его введут в силу, то тогда госпиталя могут спрашивать о статусе. Я не знаю, куда они будут дальше эту информацию передавать. Будут ли они передавать ее пограничным службам? Будут ли они ее передавать прокурору для того, чтобы этих людей в будущем депортировать, правильно? То есть если человек пришел за медицинской помощью в госпиталь и дал знать доктору, медсестре, тому, который его регистрирует, что у меня нет статуса, могут ли они потом эту персональную информацию передать в службу иммиграционной системы для того, чтобы человека пытаться арестовать у него дома или выселить, или депортировать, или что? Это, конечно, очень большая проблема, и я надеюсь, до этого не дойдет, потому что много людей будут просто бояться получать помощь в госпиталях и у докторов. И, конечно, мы не хотим предотвращать такого рода ситуацию. Это будет гуманитарный кризис в какой-то степени, правильно? Люди что, будут просто на улицах в страхе болеть, умирать, потому что они будут бояться пойти получить медицинскую помощь? Это не Америка, это не та Америка, за которую мы все голосуем и представляем, потому что такого не должно происходить в нашей стране. Да, ну в связи с этим вопрос, если вот такое будет происходить у иммигранта, неважно какой у него статус, он имеет право адвокату, например, позвонить из больницы и сказать, что у меня там собираются депортировать. А адвокат, извините, может всегда, конечно. Просто вопрос, что тогда адвокат может ему посоветовать, это уже другой вопрос. Ну да. Получается, осталось только Рону Десантису, губернатору Флориды, подписать этот закон. И если он подписывает, то с какого момента вступает в силу вот этот новый закон? Не уверена. Наверное, с момента подписания, но я представляю, что если он это сделает, наверное, в тот же самый день пойдут иски в высшие инстанции всех родов судов о том, что это неконституционно. Поэтому, я думаю, организации, которые занимаются нон-профит или вот эти вот все легальные, вот те же самые ACU, они, я уверена, уже готовят иски для того, чтобы в случае подписания этого закона подать в суд о том, что такой закон не имеет места быть. Да, но в любом случае будем следить за новостями, будем сообщать, что же будет происходить с этим законопроектом во Флориде, который направлен прежде всего на ужесточение мер против иммигрантов, которые находятся без документов. И понятно, что вот в такой, если пусть это грубо сказано, мясорубке, может оказаться любой иммигрант, потому что у всех очень разные личные ситуации, связанные с иммиграционным статусом. Да, спасибо огромное, Наталья, что вы рассказали подробности. Я хочу лишь попросить сейчас тех, кто нас смотрит, поставить лайк этому видео. Просто таким образом работают алгоритмы YouTube, чтобы еще больше нас услышали и увидели русскоязычные жители Америки, ну и те, кто нас смотрит за пределами США, но собирается иммигрировать и переезжать в Америку. Да, совсем скоро уже будем отвечать на вопросы, связанные с разными иммиграционными делами. Ну и, конечно же, сегодня поговорим о результатах лотереи, розыгрыша лотереи Green Card, с какого числа и на каком сайте, и много-много еще дополнительной информации вы узнаете. Ну а прямо сейчас я бы хотел послушать к нам редакцию YouTube-канала «Бюро». В рубрику «Надо валить» обратилась жительница США, жительница Нью-Йорка. Ее зовут Ольга Бекер. Она столкнулась с очень необычной и сложной ситуацией в своей семье. И касается эта ситуация иммиграции. И вот Ольга специально нам прислала свой видео-вопрос. Давайте посмотрим его, а потом иммиграционный адвокат Наталья Гавлин на него ответит. Здравствуйте, Денис и вся команда программы «Бюро». Я очень благодарна вам, что вы мне даете такую возможность обратиться к вам с вопросом. Меня зовут Ольга. Итак, мой вопрос. Мой супруг, гражданин США, подал на воссоединение с моим сыном несовершеннолетним, который находится в России в 2018 году. Все шло хорошо, но в связи с пандемией, потом с войной, кейс перенесли в Варшаву. И не так давно, месяц назад, мне пришло письмо, что кейс аннулирует. Но в письме сказано, что год назад нам присылали уже такое письмо. Но писем никаких не было ни у нас, ни у адвоката, ни у сына в России. Письмо вот такое вот. Адвокат сказал, что первый раз сталкивается с таким вот конверт, что Варшава. Что с таким письмом? Написали туда имейл,
но ответа до сих пор не последовало. Я бы хотела спросить, может, кто-то сталкивался с таким, и что делать, куда обращаться? Ну, если адвокат не знает, первый раз сталкивался, ну, я тем более. Поэтому буду вам очень признательна и благодарна, если вы поможете мне с этим вопросом. Спасибо большое. Итак, это была жительница США Ольга Беккер, которая обратилась к нам в редакцию вот с такой просьбой, с таким вопросом. Наталья Гавлин вместе с нами сегодня, миграционный адвокат. Наталья, что делать в этой ситуации? Вот такое письмо пришло из Варшавы. Я так понимаю, что если это письмо пришло, то консульство прислало до этого, как она говорит. Они, по крайней мере, говорят, что они послали какую-то документацию. Видно, запрос на интервью, может быть, и человек не явился. В таком случае они считают, что вы от своей петиции, от своего дела отказались. Считается заброшенным. И в этом письме, если Ольга внимательно почитает, я думаю, будут написаны варианты, как дальше двигаться. Чаще всего, когда я видела письма похожего рода, либо с национального визового центра, либо с посольства американских каких-то странах, там идут инструкции, что делать дальше. Обычно это просто написание письма вами, где вы объясняете, что я не планировала забрасывать свое дело, я не планировала от него отказываться, я хочу продолжать действовать в этом ракурсе, пожалуйста, назначьте еще раз интервью. Это просто отсылается назад, и вы запрашиваете, чтобы ваше дело заново пересмотрелось. Есть сроки. После определенного срока, конечно, вы уже не сможете возобновить, они вам скажут, подавайте заново. Но обычно, если в течение года с момента того, как вы получили уведомление, что ваше дело заброшено, вы должны как-то действовать. Поэтому у нее есть какое-то время написать письмо и попросить рассмотрение своего дела. Спасибо огромное. Ну, то есть, получается, физически нужно отправить по обычной почте вот это письмо отсюда из Соединенных Штатов в Польшу или продублировать, может быть, еще как-то онлайн это можно где-то найти какие-то... Лучше всего в письменной форме, напрямую в посольство. И так же само можно послать еще одну копию в национальный визовый центр, потому что когда посольство ничего не делает с вашим кейсом, они как бы его возвращают в национальный визовый центр, который находится в Америке. То есть не мешало бы написать им еще одно письмо, сказать, что мы, как бы нам сказали, что вы рассматривать этот кейс как заброшенный, он не заброшенный, нас он еще все еще интересует, продолжайте рассматривать. И уточняющий вопрос, вот вы говорите, если все-таки не успеют дойти вот эти письма, да, и они не получат обратной реакции, вновь дело откроют, то есть получается, это действительно может так произойти, если как долго будет длиться уже следующее дело? Ну, вы хотите, чтобы они, во-первых, заново его открыли, им нужно было предоставлять его опять, потому что если нужно заново его подавать в иммиграционную службу, нужно заново платить государственные взносы, и это может занять пару лет. Поэтому лучше, конечно, постараться и бороться за свое право рассмотрения заново. Хорошо, спасибо огромное, да. Плюс 2 года там, плюс 2 года там, да, это, конечно... Всегда очень сложно с этими сроками, невероятными просто, но об этом мы тоже рассказываем здесь, на YouTube-канале Бюро, в нашей рубрике «Надо валить». Итак, продолжаем. Да, совсем скоро будем уже отвечать на ваши вопросы, которые вы отправили нам заранее. Ну, а прямо сейчас результаты лотереи Green Card. Итак, результаты лотереи Green Card 2024 можно будет узнать, начиная с 6 мая, с 12 часов дня по времени Нью-Йорка на официальном сайте dvprogram.state.gov можно будет ввести свой номер, confirmation number, который вы получили при регистрации на розыгрыш, и узнать, повезло ли вам на этот раз выиграть грин-карту. Но вот никакого уведомления о выигрыше грин-карты вам не пришлют. Так что многие, может быть, сейчас думают, что надо ждать официальное письмо, которое придет на электронную почту. Ничего не придет, все в ваших руках, вам нужно... Есть единственный способ узнать результаты, это самостоятельно ввести свой номер на официальном сайте. Ну вот, как правило, в первые сутки даже бывает такое, что в течение нескольких дней сайт действительно зависает из-за огромного количества запросов. Ну вот, по сути, торопиться с проверкой не стоит. Официально у вас есть время до 30 сентября 2024 года узнать результаты. Конечно, хочется сделать это намного раньше, так что пробуйте, если сайт зависает, обязательно все эти перебои пройдут. Хотя
Хотя и в этом году, скорее всего, победители снова столкнутся с проблемами из-за больших задержек в работе миграционных служб, ну и консульств. Обычно те, кто выиграл, вызывали на собеседование с сентября, но как будет вот в этом году, пока до конца не ясно. В любом случае, информация будет обновляться, ну а с 12 часов дня по Нью-Йорку 6 мая уже вы можете проверять свои результаты. Ну и надеюсь, тем, кто нас смотрит и кто участвовал в лотерее Green Card повезет. Единственный вопрос у меня к миграционному адвокату Наталье Гавлин. Наталья, скажите, вот что бы вы посоветовали? Понятно, что там вся схема расписана, как действовать дальше, куда обращаться, все шаги эти можно увидеть. Но сейчас же как раз могут появиться и мошенники, которые будут говорить о том, что вот вы выиграли лотерею Green Card, оказывается, у нас есть результат и так далее, и так далее. Что бы вы посоветовали тем людям, которые могут попасться на уловки вот таких недобросовестных людей? Ну да, как всегда, в таких ситуациях появляется кто-то, кто желает заработать на человеческом факторе, да. Конечно, абсолютно проверяйте веб-сайты, которые вы пользуете, потому что это должен быть официальный веб-сайт американского правительства, именно связанный с лотереей, Department of State. Вот эти все имейлы, которые будут вам приходить, они, наверное, будут, и даже смски, потому что это часто происходит. Мы знаем ваши результаты, оплатите там столько-то, мы вам все расскажем, а потом еще и сделаем. Не ведитесь на это, иммиграционные службы таким образом не работают, они информацию не распространяют никому. Вы можете собственным ходом все это делать, сами узнавать свои результаты и продолжать рассмотрение дела. У меня очень часто спрашивают вопросы после выигрыша такого рода грин-карты, можно ли здесь легализоваться для людей, у которых убежище на рассмотрение, или которые на стадии суда, которые получили пароль. Это у каждого человека собственная ситуация. Опять, перед тем, как работать с кем-то, убедитесь, что человек вообще знает законы и понимает, какие у вас будут варианты. Потому что иногда люди платят деньги, берутся за дело, а потом получается, что изначально шансов было ноль. Поэтому как бы нужно понимать полностью стратегию вашего дела, которую вы хотите выбрать в случае выигрыша грин-карты. Не все смогут получить и воспользоваться этим бенефитом. Много людей, к сожалению, даже при выигрыше не смогут ничего об этом сделать, потому что если у них есть нарушение закона иммиграционного или нелегальное пребывание в этой стране, они сразу отпадают, у них нет варианта получить грин-карту, находясь здесь. Может быть, придется выехать. Но опять, очень много шагов нужно сделать для того, чтобы процесс был успешным. Поэтому просто так не ведитесь, не слушайте какие-то там новости. Особенно сейчас, думаю, пойдут новости по теме Россия-Украина, кому там все это чуть ли не дарят при выигрыше грин-карты. Да. Имейте в виду, да, что вы должны работать с лицензированными адвокатами, и, как мы говорили раньше, это можно проверить на интернете, имеет ли человек лицензию или нет. Вы знаете, мне сегодня позвонил клиент, который сказал, я слышал, что есть два рода адвокатов в Америке. Те, которые могут просто только подавать, и те, которые могут делать все. Я говорю, вы неправильно говорите. Двух родов адвоката нет. Есть только один. А те, которые просто подают, это не адвокаты, это вот паралигалы максимум, и то без лицензии, поэтому... Да, но на самом деле очень много, да, я вижу вот этих созданных каналов, телеграм-каналов, где услуги, ну, предоставляют прям... Вот любую форму могут заполнить без ошибок, гарантируют, и вот чуть ли не документы, вот обещают, что в течение недели документы придут, мало того, что даже готовы за того или иного иммигранта пойти куда-то в официальную службу, к иммиграционным офицерам, договориться там, как получить тот или иной документ. Представляете? А вы такого не можете прям сделать на следующий день. Да. Ну, действительно, очень много, да, такой непроверенной информации, поэтому будьте осторожны. Мы, на самом деле, еще и здесь преследуем важную цель предупредить тех, кто может попасться на удочку тех или иных мошенников, поэтому будьте осторожны, их становится все больше, так же, как и иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты Америки. В общем, когда вы об этом знаете, мне кажется, легче дальше строить свое иммиграционное дело и получить здесь иммиграционный статус. Ну, а мы продолжаем. Я хочу обратиться к тем, кто нас смотрит. Если вы участвуете в лотерее Green Card,
хотя бы раз в жизни, напишите комментарий об этом, а может быть и в этом году вам повезет и вы выиграете тоже, напишите, будет интересно, откуда вы нас смотрите и откуда конкретно вы выиграли грин-карту, ну, по крайней мере, вот стали победителем, потому что далее там вас ждет еще долгий-долгий процесс. Да, спасибо большое, и в любое время можете написать на электронный адрес, который сейчас видели на своих экранах, обратившись к нам в редакцию YouTube-канала Бюро. Ну, а я здесь наткнулся на еще одну новость, которая касается миграционного права, и вот с 1 мая этого года иммиграционная служба США будет принимать только последний вариант формы I-589. Это, я напомню, заявление на убежище в США с датой от 12 октября 2022 года. Ну вот если, например, вы отправите более ранний вариант вот этой формы I-589, вам ее вернут, и вы можете потерять право на получение убежища, где заявление должно быть отправлено не позже, чем через год после въезда в США. Вообще, конечно, трудно сформулировать правильно, все-таки прокомментировать вот эту новость, поэтому у нас есть Наталья Гавлин, которая сейчас ответит. Наталья, скажите, что здесь имеется в виду? Немного, может быть, я коряво написал эту новость, но так или иначе, могли бы вы рассказать вот подробнее на пальцах, объяснить, что нужно знать для тех, кто подает вот эту форму? Да, конечно. Каждые пару месяцев, раз в год иммиграционная служба обновляет почти все свои миграционные формы. Самое интересное, что чаще всего ничего особо в форме не меняется. Просто ставят новую дату и говорят, пользуйтесь только ей, иначе мы вам откажем. 589-я форма для подачи на убежище не менялась, вот как контент, если посмотреть на нее, сравнить 10 лет назад, она в принципе абсолютно одинакова. Ни одной страницы не изменилась. Но за это время прошел период, когда 10 разных версий было издано. Не понимаю, почему они это делают. Но максимум сейчас добавили баркод. Поэтому, если вы посмотрите на саму форму, внизу теперь такой маленький баркод. Все. Вопросы те же самые, страницы те же самые, ничего не изменилось. И самое-самое странное для меня на данный момент, это вот эта вот версия с октября 2022 года, которую вы сказали, необходимо пользоваться. Если вы посмотрите на первой странице, на ней написано, что эта форма уже просрочена с января 2023 года. То есть они в октябре 22-го выдают форму, которая через 3 месяца выходит из силы. Но на данный момент, мы в мае, они до сих пор хотят, чтобы мы ее пользовали. Ну, то есть это иммиграционная служба в своей красе, как всегда. Хотя я удивлена, я не удивлена. Но на данный момент, просто знаете, иногда вот открываю эту форму, пытаюсь заполнять, потом глаз ловит тот момент, что там она уже просрочена. Думаю, подождите секунду, что-то не так. Иду на интернет, смотрю там новые версии, понимаю, что нет, все-таки я пользую правильную, но они до сих пор почему-то не поменяли дату expiration. Поэтому это нужно знать, не пользуйте старые версии, берите напрямую прямо с интернет-сайта USCIS, самую свежую, заполняйте, иначе вам грозит отказ. И как вы правильно сказали, подать нужно правильно, в течение года. Хотя, конечно, можно аргументировать, если вы использовали старую версию, вам ее послали назад, а потом получается вторая подача после этого. Да, я хотел сказать, можно ли будет как-то потом... Можно будет аргументировать, что, по крайней мере, вы постарались, потому что по закону есть такая секция в законе именно убежище, что человек, который попытался подать в течение года, даже если финальное получение этой формы произошло после, все равно он как бы резервирует свою дату подачи временно. Поэтому, ну зачем опять добавлять себе лишнюю работу, аргументировать, доказывать что-то? Берите на форму, которая на данный момент существует, свежий вариант, заполняйте ее и не пользуйтесь старой. Да, огромное спасибо за разъяснение. Теперь уже все понятно, я думаю, и тем, кто нас смотрит, наверняка те, кто сталкивается, да, вот с подачей таких форм на политическое убежище, наверняка тоже теперь знают, как правильно это сделать. Да, спасибо огромное. Я сейчас попрошу тех, кто нас смотрит, поставить нам лайк. Просто таким образом работают алгоритмы YouTube, чтобы еще больше людей нас увидели здесь на просторах YouTube. Ну и оставляйте, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Бюро. Здесь мы рассказываем об эмиграции в США, но самое главное, о правильной эмиграции в США. Вот. Ну и благодарим сегодня Наталью Гавлин, которая отвечает на наши и ваши вопросы. Ну а теперь у
нас наступил долгожданный момент, когда мы будем отвечать на... Вернее, Наталья будет отвечать, я лишь зачитывать ваши вопросы, которые вы нам прислали заранее. Вопросов действительно много, и сегодня мы решили чуть больше времени уделить этому, потому что многие на нас даже иногда обижаются, что вы не задаете наши вопросы, а мы отправляем, и вот всегда ждем вашу рубрику, а вы не отвечаете. Отвечаем, и сегодня мы это сделаем более подробно, поэтому... Давайте начнем прямо сейчас. Также не забывайте, что вы можете написать нам на электронный адрес, который сейчас видите на своих экранах, обратиться в нашу редакцию по любым вопросам, поэтому не стесняйтесь, пишите. Итак, вопросы от наших подписчиков и тех, кто смотрит YouTube-канал Бюро. Первый вопрос. Если попасть в Америку через то самое приложение CBP One, насколько по времени мне дадут документы? Как я слышал, только на 2 года дают, а с продлением будут проблемы или нет? Ну, давайте спросим сейчас об этом у Натальи. Наталья, на 2 года будут ли проблемы? Пожалуйста, отвечайте. Ну, они имеют в виду, что человек, который пришел через CBP One, я не знаю, почему они говорят 2 года, потому что, в принципе, у них всего лишь год. Поэтому в течение этого года они могут получить по паролю определенные документы. Право на работу, social security по категории пароля. Но обычно эти документы имеют силу только до дня, когда этот пароль заканчивается. Как я сказала, это год. Поэтому я не знаю, почему сказали 2. Другие документы, например, право на работу по категории убежища, оно длится 2 года. Оно имеет силу на 2 года. Поэтому, мне кажется, вопрос немножко совмещает 2 разных категории подачи на вот эти документы. Угу. Спасибо огромное. Так, следующий вопрос. Я нахожусь в Америке по политике, ну, то есть по подаче на политическое убежище, но моя семья еще там, в России. В ближайшее время собираюсь их перевозить сюда через опять приложение, мобильное приложение CBP One. Вопрос. Если после 11 мая вступит в силу закон, что беженец сначала просил политубежище в тех странах, через какие он пролетал, и после того, как ему откажут просить в США, это будет распространяться на мою супругу и детей? Ну, здесь нужно чуть более подробнее рассказать. Наталья, да, вам слово. Расскажите, что имеется в виду здесь. Что может быть с 11 мая? Ну, во-первых, с 11 мая... Американские власти пытаются ввести закон, что если вы транзитом проезжали через какую-то третью страну после того, как покинули свою, то вы должны попросить там убежище. Иначе вам, может быть, не будет варианта подавать здесь. Так как супруг уже на стадии рассмотрения убежища, он уже в Америке, я думаю, здесь, даже если супруга не попросила в других странах убежище, она может все равно присоединиться к его делу, особенно если она въедет сюда по CBP One. То есть, когда она будет на стадии суда, дела можно объединить и просто идти в его кейсе. И вот этот вот момент, что она сама не подала, мне кажется, может быть еще как бы обыгран тем, что она от себя собственное application на убежище не подает, она просто включена в дело супруга. Ну, я просто не знаю, вот в этом заполнении анкеты на встречу, да, по приложению мобильному CBP One, там есть вот эти вопросы, например, ну, то есть там можно указать, что у тебя уже супруг находится здесь, уже он подал, что ты присоединяешься, просто, или там даже таких вопросов нет? Я сомневаюсь, что там такие вопросы есть. Ну да, наверное... Я загрузила эту приставку, но, честно говоря, особо не смогла по ней далеко пойти. Просто хотела понять, какого рода вопросы там. Но там нужно указывать, кто ты. Я не хочу сдавить ложную информацию. А если оставишь, что я адвокат, что я делаю на CBP One? Поэтому я далеко особо по ней не зашла. Но я сомневаюсь, что там есть такие вопросы. Там просто вопрос идет, когда вы хотите въехать, и есть ли у вас опасения вернуться в свою страну. Поэтому Ну, такие самые-самые простые, то есть никто там не вдается в подробности. Спасибо огромное, Наталья. Так, могу ли я забронировать дату CBP One на мою семью, находясь в США? Это вот уточняющий вопрос от нашего подписчика как раз. По-моему, да. Потому что когда вы в CBP One программу входите, там есть варианты, опять же, кто вы, для каких целей вы пользуетесь программой. И там вот один из вариантов, чуть ли там не брокер какой-то, человек, который помогает с заполнением, сам аппликант. То есть там очень много вариантов. Когда вы выберете, в какую роль вы играете, я думаю, находясь в Америке, вы тоже можете резервировать эти места. Хотя я не спец в этом деле, мне нужно и хочу особо попробовать, посмотрите, как будет. Да. Ну, может быть, будет обратная реакция, и нам тут ответят, как все прошло. На самом деле, вы тут на главный вопрос все-таки ответили, поэтому спасибо большое. Здесь вот очень сложный такой вопрос.
Муж, пишет там женщина, ее муж с болезнью Альцгеймера. Сейчас находится в доме престарелых. И вот она пишет, что я могу сделать, чтобы изменить свой статус ожидающего политубежища. Просто не знаю, какой статус хочет женщина получить. Ну, может быть, вы сталкивались вот с такими мигрантами? А я даже не знаю, в какой стране муж. То есть он здесь или она хочет выехать его навестить, потому что он где-то в госпитале за пределами Америки. То есть не совсем четко написан вопрос. А тут просто тот факт, что у вас есть больной член семьи, особо не влияет на ваши миграционные шансы и бенефиты. Поэтому если она спрашивает изменить статус для выезда, это одно. Просто путешествовать, навестить супруга, который находится в больнице за пределами страны, это, конечно, можно опять с помощью advance parole. Угу. Да, мы как раз вот про Advance Parole говорили на прошлых наших выпусках, поэтому вы можете в плейлисте найти еще один выпуск нашей рубрики, и там мы об этом говорили. Есть описание, поэтому тот, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому не будем сегодня про пароль останавливаться подробнее, потому что уже обо всем рассказали вместе с Натальей до этого. Ситуация следующая. Итак, иммигрант после объявления мобилизации восстановил свое гражданство в Кыргызстане, чтобы легально работать и кормить семью в случае преследования в России. Но там есть притеснение по национальному признаку. Это была причина, по которой эмигрировали в Россию 6 лет назад. Семью тогда вывозить категорически не хотел. Возможно ли получить одобрение политического убежища? Да, возможно, но нужно будет доказывать, можно сказать, двойной кейс, что вы не можете вернуться ни в Россию, ни в Кыргызстан. Поэтому если в России вы переживаете опасность, у вас отталкивается от вашего политического мнения, несогласие с войной, нежелание служить и тому подобное, это политический кейс именно из России. Если притеснение в Кыргызстане на основе национальной почвы, это вот отдельный кейс. И когда вы делаете убежище, вам нужно будет показать, что вы ни в России, ни в Кыргызстан вернуться не можете. Разные причины, почему. То есть, получается, нужно документировать полностью общее все и подавать документацию о ситуации в стране Россия, Кыргызстан. То есть, как я это называю, это двойной кейс. Но это возможно. Я это делала. Немножко усложняет, конечно, работу, документации побольше, и аргументов побольше, вопросов, конечно, у прокурора будет тоже, потому что человек явно вначале уехал из Кыргызстана, а потом вернулся, то есть что происходило за то время, когда он там находился, этот срок при получении гражданства опять. Но если правильно все подготовить и аргументировать, этот кейс может получить одобрение. Ну, я так понимаю, что такие как бы двойные дела, да, они касаются и других стран, ну, то есть не только, например, Кыргызстана, может быть, у вас еще кто-то был вот в вашей практике, да, подобные, да, такие двойные кейсы, ну, не знаю, там, Узбекистан, может быть, еще другие страны бывшего Советского Союза. Да, извините, у меня очень часто клиенты с двойным гражданством, вот, например, я заметила, что люди с Узбекистана очень часто имеют гражданство в Европе. Больше всего это Испания, Португалия. Не уверена, почему так происходит, но вот у них двойное гражданство. Mm-hmm. То же самое с людьми с Венесуэлой. Венесуэльцы очень часто имеют гражданство в Испании. Ну, у них там практика, где, если вы можете показать корни с Испании, они, в принципе, оттуда идут. То есть получается у многих двойное. Это может быть где угодно. У меня были клиенты, у которых гражданство Португалия, Макао, Канада. Это вот один человек, у него тройное гражданство, и он еще потом пытался получить Америку. То есть всякое бывает. Нужно смотреть на ситуацию и иметь в виду, что вам нужно будет аргументировать страх возвращения во все страны, где когда-либо вы имели гражданство, но это возможно. Mm-hmm. Да, теоретически возможно, но очень сложно такое ощущение. Да. Подскажите, пожалуйста, если супруг пойдет основным заявителем на политическое убежище по политическому мнению, супруга тоже должна обосновать свое мнение, ну, соответственно, тоже, да, рассказать о своих политических взглядах и почему она не согласна с политикой партии, так сказать? Нет, супруга не должна иметь ту же самую позицию. Убежище — это индивидуальный кейс. Супруг может быть саппорт, как бы поддерживать определенную партию или что, а жена, наоборот, может быть за действующую власть. Это абсолютно не мешает делу, потому что дело привязано к взглядом супруга, и то, что у него жена может быть иметь разногласия по поводу политики, религии и тому подобное, абсолютно не влияет на ваш кейс. Да, но тем не менее она получит легальный статус в стране. Да, и если она получит легальный статус благодаря ему, как дериватив, как вот супруга человека, получившего убежище, она, в принципе, тоже не должна возвращаться в свою страну. Вот здесь становится интересный факт, потому что... Да, это интересно.
сейчас свою власть и хотела бы вернуться, но на основе того, что она получила как бенефит от своего супруга убежище, технически не должна путешествовать. Угу. Ну, то есть могут возникнуть проблемы, если она вернется в ту страну, ну, где они жили, да, и откуда бежали вместе с супругом. Да, и проблема будет для нее. Извините, это мои звонки постоянные, я уже попыталась. Нет, ну, хорошо. Поставилась, как это называется, airplane mode, но все равно как-то они проходят. Поэтому, как я говорила, проблема будет для нее, а не для супруга. Потому что если она путешествует, то это опять убежище очень индивидуальный процесс. Для нее могут быть в будущем проблемы, если она путешествует. Супруг, который получил полноценно на основе своих мнений, на него это не влияет. Так, спасибо огромное. Подскажите, так, в 2007 году прилетел по школьной визе F1 в США, в 2009 получил убежище на национальной почве, но в декабре 2008 был вынужден улететь в Россию. Уже в 2009 году. Через CBP будет ли проблема вернуться обратно, я так понимаю? Не совсем понимаю хронологию вопроса. Да, но... сначала школьная виза F1, это 2007 год. Потом в 2009 году получил убежище, получается, на национальной почве. Но в декабре 2008 года был вынужден улететь в Россию. А как тогда в 2009 году? На расстоянии, да, что ли? А может быть, уехал, и вот ему сообщили друзья, что он получил все-таки убежище через год, как он уехал. Можно ли вернуться в таком случае по CBP-1? Нужно попробовать. Я думаю, как бы не совсем понимаю факты, но и попробуйте, зарегистрируйтесь. Если пройдете через CBP-1, там уже нужно будет решать, заново поднимать вопрос или подавать заново на убежище, или, может быть, вы еще в силе, ваши старые кейсы. Сложно сказать, не совсем понимаю хронологию здесь. Угу. Спасибо огромное. Да, хочу сказать, что еще будут у нас вопросы, которые касаются и грин-карт, и воссоединения. Ну, а пока вот мы еще разбираем вопросы, которые касаются получения политического убежища в США. И здесь вот спрашивают, возможно ли подать на рабочую визу EB-3, если прошли через границу с Мексикой и не подавали пока на политубежище. И какие вот есть шансы получить такую визу? Я сомневаюсь. Меня многие спрашивают вопрос, я сомневаюсь. Только из-за того, что человек, который пришел через CBP, обычно ему выдают повестку явиться в суд, notice to appear, на которой написаны обвинения против вас о том, что вы нарушили закон, перейдя таким способом. И идет статья, по которой вас считают, что могут депортировать вас отсюда и ставят на стадию суда. Поэтому я считаю, с такими иммиграционными нарушениями в вашем прошлом, я сомневаюсь, вы сможете получить бенефит от рабочей визы. А EB-3, там, ну, это что за виза? То есть это рабочая виза? Да, EB-3 – это рабочая иммиграционная виза, которая, в принципе, это как грин-карта. Вначале нужно подать петицию от работодателя, и после того, как петиция как бы approved, вы подаете application на грин-карту. Становитесь как бы перманентным резидентом здесь. Опять, единственное, что для получения грин-карты, когда вы подаете на грин-карту, вам нужно в тот момент поддерживать легальный статус в этой стране. Но так как вы уже на стадии депортации, я сомневаюсь, что это будет считаться легальным статусом для цели получения грин-карты здесь. Угу. Спасибо, Наталья. Я только хотел вот уточнить очень важный момент. Вот те, кто проходит по вот этому приложению, да, о котором мы говорим, это на сегодняшний день вот один из самых главных, да, получается, все-таки легальных способов, да, попасть в Соединенные Штаты. И в то же время как бы и нелегально ты попадаешь, да, потому что против тебя возбуждают вот это дело о нарушении иммиграционного законодательства США. Как правильно это все вот объяснить для тех, кто, ну, не совсем вот разбирается? То есть все-таки ты нарушаешь законодательство или нет? Или ты здесь же начинаешь бороться как бы за свои права, вступив на американскую землю по этому приложению? Интересно, вы заметили как раз именно нюанс в этом, потому что, смотрите, вы когда приезжаете по CBP-1, вы просите, чтобы вам открыли дверь, впустили, скажем так, да, вот визуально, если представлять картину. Для того, чтобы въехать на территорию Америки, у вас должна быть какой-то документ на руках.
либо виза действующая, либо грин-карта, либо паспорт. Какой-то документ, который дает вам право сюда въехать. Люди, которые регистрируются по CBP-1, у них этого документа нет. У них нет билетика, чтобы войти в Америку. Но благодаря этой приставке они приходят, и у них есть право просто постучаться и сказать «впустите». Поэтому американские службы впускают, дают пароль, как мы это говорим, дают временный срок пребывания и говорят, ну окей, мы вас пускаем на год, за этот год определите, что вы будете делать с собой. И ставят их на депортационный процесс, потому что, опять, приехав в Америку, постучав в дверь без документа в руке, без билета, вы нарушаете закон. Для того, чтобы сюда приехать, у вас должен был быть документ, у вас его не было. Поэтому вот этот момент нарушения. С одной стороны, вы как бы заранее попросили разрешения войти, но вы пришли без билета. И вот на основе того, что вы пришли без билета, вас ставят на депортационный процесс, потому что теперь государство говорит, окей, мы вас даже если впустили по паролю, мы имеем право вас депортировать. Докажите нам, почему мы не должны вас депортировать. На что вы планируете подавать? Какого рода депортационную защиту вы планируете здесь рассматривать? Это может быть убежище. Это может быть семейное воссоединение, если есть какие-то варианты воссоединиться семейно. Поэтому я считаю, такие моменты, как рабочие визы, визы талантов, чаще всего отпадают, как я говорю, для таких клиентов, потому что есть в прошлом нарушение. И это нарушение помешает вам получить здесь грин-карту. Для семейного воссоединения, для убежища, нарушение в прошлом не проблема. Поэтому это явный вариант, и он рабочий. То есть как бы он действительно. Но вот те нарушения при пересечении границы, это может быть кардинально помехой, чтобы получить грин-карту по другим причинам, типа рабочие, таланты или что-то другое. Даже то же самое с выигрышем грин-карты. Вот сейчас выйдут эти все результаты, люди все будут заинтересованы. Мы на стадии суда, но мы выиграли грин-карту. Что нам делать? Можем ли мы? Надо будет осторожно просмотреть этот момент, понять. Больше всего, я думаю, нет. Потому что с таким нарушением на стадии суда вы больше всего не сможете воспользоваться выигрышем грин-карты. Потому что там нужно поддерживать статус. А убежище, тот факт, что у вас был нелегальный статус до этого, тот факт, что вы пересекли границу нелегально, абсолютно не влияет на ваши шансы. Поэтому он до сих пор в силе, и он возможный вариант для вас. Я надеюсь, я четко разжевала, рассказала, как это... Так и знал, что нужно задать этот вопрос. Но видите, угадал, как хорошо вы все раскидали. Да, спасибо большое. Мне кажется, все понятно, ну уже проще некуда. Спасибо большое. Еще один вопрос. Могу ли я получить грин-карту, если открою кейс по политическому убежищу? Заехала 1 апреля через Мексику из Украины. На данный момент вот у женщины, которая задает вопрос, открыт статус TPS, это, напомню, временный защитный статус, который получают украинцы, до октября 2023 года. Наталья, как вы считаете, вот, что бы вы посоветовали в этой ситуации? Но если человек хочет подать на убежище и при получении убежища сразу же потом получить грин-карту на этой основе, они могут. Поэтому то, что у него сейчас TPS, никак не влияет на будущие шансы о грин-карте. То есть это параллельно можно вообще не выходить, да, из этого, из программы, да, защитного статуса, параллельно подавать на убежище? Так, ну еще один вопрос, который касается грин-карт и брака. Можно ли подавать на воссоединение и грин-карту по браку с гражданином США, находясь внутри страны, по паролю плюс TPS есть вот у этого человека? Или нужно делать предварительно обязательный перезаезд, ну то есть выезжать по адванс-паролю, про который мы рассказывали, и возвращаться обратно? Если главное, чтобы был хоть какой-то вид легального въезда. То есть нужно смотреть на этого человека, который будет получать грин-карту. Въехали ли они по визе, через CBP-1, пароль, студент. Это все работает. Если они въехали, просто перешли через границу, никто об этом никогда не знал, называется EIN, Entry Without Inspection, зашел без инспекции. Если они таким родом сюда въехали, то они не смогут получить грин-карту, не выезжая. Поэтому хоть какой-то легальный въезд, TPS, U4U, пароль, работает для цели получения убежища, если брак с гражданином Америки. Даже если нелегальное пребывание уже в силе. А, даже так? И все равно можно получить в итоге... грин-карту, да, через брак? Да, американские службы прощают нелегальное пребывание для супругов граждан. То есть если у кого-то есть гражданство, и они хотят сделать, тот факт, что человек прожил здесь 10-15 лет без статуса, абсолютно не влияет, они все равно могут взять петицию. То же самое распространяется, например, если дети делают петицию на своих родителей.
Нелегальное пребывание родителей не влияет на их статус. Они могут получить грин-карту, не выезжая. Опять, учитывая тот факт, что родители в какой-то момент въезжали либо через пароль, TPS, UFU, визовый режим или что-то похожее, а не просто перейдя границу нелегально в неопределенном пункте. Да, и не в определенном месте, да, как есть, там говорят, да. В дырке, через дырку в заборе, да. В заборе, но я хотела это сказать, потом подумала, не совсем профессиональный способ выражаться. Да нет, поэтому... мы все-таки для YouTube, да, нужно быть ближе к хорошим блогерам, поэтому иногда можно... использовать даже такие слова. Ну что ж, быстро пролетело время, на самом деле. Спасибо вам огромное. Напомню, что вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро в нашей рубрике «Надо валить» на все практические вопросы попытались ответить Наталья Гавлин, иммиграционный адвокат. Благодарю вас, Наталья. Желаем вам, конечно же, побольше хороших иммигрантов, интересных дел. Ну и увидимся уже в следующий раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам, всего хорошего. Ну а я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напоминаю, что здесь, на YouTube-канале «Бюро», мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. В любое время вы можете написать нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах. Задавайте любые вопросы, и мы постараемся на них ответить. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать нас. Разовый донат через кнопку «Суперспасибо» вы найдете под этим видео. Также вы можете стать нашим постоянным спонсором. Все подробности есть в описании. Спасибо вам за лайки. Спасибо, что смотрите. Увидимся.